against I. Flesh of my flesh, your mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I get shy. Flesh of my flesh, your mind of my mind. Two of a kind, but Airsoft. Стрелок готов. Готов. Друзья, снова здравствуйте. Всем привет. Значит, мы переходим, можно так сказать, к практическим занятиям. Сегодня мы рассмотрим первый выстрел, складка, стойка. Вот. Это самое первое необходимое, что вам нужно, и чем это отличается от общепринятой вкладки и стойки охотников. Я буду в качестве подопытного новичка, так сказать, а Сергей у нас инструктор. Вот он будет меня учить. Все на своих местах. Да. Все как надо. Ну что, мы сначала посмотрим, как изначально люди, не стреляющие на эту практическую стрельбу, приходят, и как это все выглядит со стороны для вас, да? То есть, может быть, вы когда-то, не знаю, там, с папой, с мамой, с дядей ходили на охоту, видели, либо вы это видели в кино каком-нибудь, да, и так далее. То есть у вас какой-то небольшой опыт, либо он вообще отсутствует только визуально, да, из фильмов, сериалов и так далее. Да, то есть вот приходит человек, и, как правило, прошу его сделать несколько выстрелов в сторону мишени, чтобы посмотреть вообще, что он может, да. Уровень, так сказать, подготовки. Да, общий уровень его подготовки, что он из себя представляет вот прямо сейчас. Поэтому зарядить, приготовиться. Система Браун. Сам закрывается, да. Ну что? Что я делаю? Герман нам показывает, как обычные люди, не занимающиеся практической стрельбой, стреляют на своих первых занятиях. Прошу. Отлично. А ну, если я считаю, что неплохо. Да, в принципе, согласен, неплохо. И попадал куда хотел. Да, все неплохо. А если сделать, например, 4 прицельных быстрых выстрела, что получится у нас легко. Вот. У нас стрелка сносит с его позиции, да, он не может устоять. Разрядить, показать. Соответственно, мы посмотрели, что человека сносит с того места, которое он занял, да, и, соответственно, может быть, первый выстрел первоприцельный, а вот второй, третий, четвертый, это уже, знаете, малую авиацию начинаем сбивать. Собственно говоря, нам такое не подходит, да, нам каждый выстрел должен быть точным, быстрым, прицельным, соответственно, чтобы этого достичь, необходимо занять определенную стойку, да, для того, чтобы эффективно стрелять. С чего начать? Мы будем сейчас рассматривать стойку для правши. Для левши, в принципе, все то же самое, надо только отзеркалить этот момент и все. Собственно говоря, начнем с того, как нужно встать. Для этого начертим перед собой линию на земле, да? И, соответственно, вы должны занять позицию такую, что левая нога у вас находится впереди, пятка касаясь линии, а правая нога находится немножко позади и носком касается линии. Занимай. Пятка касается. Носок касается. Все. То есть мы встали в исходную позицию, да. Соответственно, теперь мы немножко сгибаем колени. Это похоже на такие, ну, другие подвижные виды спорта, как ролики, скейтборд, сноуборд, лыжи и так далее, да. Там на прямых ногах никто не стоит. Все немножко подприсели, дали в коленях 3-5 градусов буквально. Вот, ну, как вам комфортно, немножко поджать под себя. Далее, когда мы поджали ноги, нам необходимо подать корпус весь фронтально вперед. И при этом попу мы немножко отклячиваем назад. Но при этом следим, чтобы колени у нас при этом вот так вот не распрямились. То есть они должны остаться согнутыми. То есть просто наклоняем корпус вперед. Да? С ружьем, да, и наклонили корпус вперед, да, и за счет этого мы можем держать отдачу, да, то есть займи прямое положение, да, то есть когда стрелок стоит прямо, у нас оружие разряжено, все безопасно,
то стрелка за счет инерции его относит назад. Да? И это каждый выстрел происходит. А когда стрелок у нас, соответственно, занял стрелковую позицию, да, то всю отдачу он спокойно поглощает, и у вас буквально немножко входит в плечо, что, соответственно, весьма контролируемо. Теперь продемонстрируем стойку с выстрелом. При этом еще хочу заметить, что не нужно нагружать одну ногу. То есть для правши это левая нога, то есть не нужно делать так, что вы стоите только на одной ноге, да, у вас правая нога как для мебели. То есть у вас весовка в ногах 50 на 50, когда вы заняли позицию и наклонились вперед, центр тяжести также должен быть смещен вперед. И, соответственно, у вас давление где-то на середине стопы, от середины стопы и до пальчика. Примерно вот в этом промежутке, как вам комфортно, у вас находится развесовка. То есть у вас пятки, можно сказать, свободны. То есть вы когда стоите, удержите оружие, вы можете пятки поднять, потому что центр тяжести у вас смещен вперед. Но при этом вы не должны завалиться сильно вперед. То есть каждый для себя ищет вот этот вот баланс. Ну что, Гера, демонстрируй. Также один выстрел, да? А теперь серию выстрелов. Разрядитель уже показать. Осмотрим на контрольный. Столбик. Собственно говоря, ничего сложного в этом нету. Главное подойти к этому с пониманием. Не торопитесь, не спешите, попробуйте, потому что во время стрельбы стрелок познает свое тело заново. То есть ничего страшного в этом нету, что вы боитесь выстрела, вас отбрасывает. Это совершенно абсолютно нормально поначалу. Организм к этому привыкнет, и вы будете чувствовать себя комфортно. Естественно, в такой, скажем, позе зю постоянно находиться не требуется. Эта стойка просто вам помогает понять отдачу, как она на вас воздействует и что с этим делать. Вы понимаете, да, допустим, что данная стойка, в принципе, позволяет и 40-килограммовой девушке стрелять из 12-го калибра, ее не будет сносить. И да хоть ребенка, в принципе, который способен удержать это оружие, да, в этом ничего такого нет. Но опять же, человеку весом 120-130 килограмм, наверное, в такую зю не надо загибаться, да, ну, то есть да, это его... все очень сильно индивидуально, да, то есть нет какого-то рецепта, вот стой так, делай всегда вот так, и у вас всегда будет получаться. Нет, это все очень индивидуально, и под каждого стрелка стойку нужно подгонять так, как ему удобно, да, то есть всегда нужно сама смотреть. Сама с настрелом, да, изменится. Да, с настрелом, с привычкой, да, то есть ты поймешь, что... Некоторым, например, не хватает, да, что-то они прям очень агрессивно занимают такую стойку, чтобы их не относило. Например, с моей комплекцией так сильно не требуется, да. То есть мне достаточно немножко податься вперед и просто сместить центр тяжести, и я буду вполне себя комфортно чувствовать во время стрельбы с 12 калибра. Поэтому смотрите под себя каждый сам. Не думайте, что вот вы посмотрели. Вот я сделал так, а почему не получается? Или ну что, нам всегда теперь вот так нужно быть? Нет, абсолютно. Мы рассматриваем позу стойку стрелка новичка, которому необходимо получить навыки, да? Соответственно, если вас будут каждый раз отбрасывать, и вы будете садиться на пятую точку, то никакого прока с этого не будет. Естественно, поначалу, когда данную стойку будете занимать, у вас будут задействованы те мышцы тела, которые раньше у вас были не задействованы, то есть у вас может частично ныть спина, поясница, но это буквально 2-3 тренировки, у вас это пройдет, мышцы будут в тонусе теперь, вот эти конкретные, да, и вот эти неприятные ощущения, они уйдут. Придет скорость. И придет скорость, да, то есть вы, когда почувствуете себя комфортно, у вас появится легкость. То есть вы поймете, как держать отдачу 12 калибра. Опять же, я бы хотел добавить, что это также это такой же спорт, как и любой другой. А здесь невозможно с первого раза посмотреть, и чтобы у вас все получилось, это все приходит с настрелом. То есть пройдет какое-то время, настреляете там 2-3 тысячи патронов, и у вас это на подкорку все это забьется. И вы даже об этом не будете думать, машинально будете вставать в такую позицию. И в будущем вы просто ноги отвяжете от тела. Ноги будут сами ходить, тело будет само стрелять. Да, у вас все будет само. Поэтому тренируйтесь, занимайтесь этим спортом.
повышайте свою оружейную культуру и будьте безопасны. Давайте как рассмотрим. Как это вообще происходит? Скидка оружия из положения, как это делать и быстро, и точно? Это, в принципе, очень простое занятие, но у многих людей это возникает какие-то с этим сложности. Нужно соблюдать достаточно определенный просто порядок действий и делать это вовремя. И сложного в этом ничего нет. Я вам пока продемонстрирую без стрелка, но с оружием, да. То есть в 90% случаев на упражнение вы стартуете, а оружие удерживается двумя руками, стволом в сторону мишени, приклад не выше пояса. То есть вот таким вот образом, да. То есть оружие в пространстве находится вот так. Соответственно, для того, чтобы нам стрелять, нам нужно скинуться и прицелиться, да. Поговорим о скидке. Соответственно, вам необходимо оружие поднять ровно и вставить в плечо, да. Как его поднять ровно? То есть что делают обычно люди? Поднимаем приклад, потом поднимаем ствол. Поднимаем ствол, потом поднимаем приклад, да. То есть такого у вас происходить не должно. Оружие просто поднимается ровно, да. То есть мы, огибая свое тело, корпус, торс и так далее, да. Все выпирающие части, да. И, соответственно, в пространстве это примерно выглядит вот таким вот образом. Выстрел, да. Вы подняли и выстрел. Я предлагаю прерваться, камера у нас одна. Друзья, мы прервались, у нас пошел сильный дождь, поэтому продолжаем. У нас по-прежнему первый выстрел, это как результат. Передаю уже Сергею, он продолжит это показывать. Собственно говоря, я вам покажу сейчас без стрелка, как должно двигаться оружие в пространстве. В среднем на упражнениях стартовое положение, это когда стрелок оружие удерживает двумя руками, стволом в сторону мишени, параллельно земле, приклад не выше пояса, да? Соответственно, вам необходимо вскинуться для выстрела. Собственно говоря, это должно происходить следующим образом. Ружье не должно подниматься каким-либо концом быстрее другого конца, да? То есть у нас не должно быть моментов, что мы сначала поднимаем приклад, затем поднимаем ствол, да? Либо мы наоборот сначала запрокидываем ствол, подводим приклад, а оружие должно подниматься ровно. Стволом направленный на мишень, да, то есть это происходит в пространстве примерно таким вот образом, да, то есть у нас идет небольшое движение вперед для того, чтобы обогнуть наш торс и другие препятствия, если, допустим, будете зимой в теплой курточке, да, то есть у вас какое-то пространство еще есть, да, соответственно, чтобы каждый раз не цеплять прикладом одежду, либо свой торс, нужно это дело все обогнуть. Соответственно, в пространстве это выглядит вот так вот, вы вскинулись, прицелились, сделали выстрел. Вскинулись, сделали выстрел. Да? То есть на стрелке это выглядит следующим образом. Вы вскинулись, выстрелили. Вскинулись, выстрелили. Соответственно, занятие стрелковой позиции и скидка – это домашняя работа для стрелка-практика, которую нужно делать дома. Нужно делать… Но если вы только начали, то лучше этим заниматься, конечно, каждый день примерно по 5 минут, да, то есть дольше заниматься нет никакого смысла, так как мышцы быстро теряют тонус, да, а ваша задача это наработать мышечную память. То есть ваша задача сделать максимально правильно данное упражнение, чтобы у вас не было потом перегибов, потому что у меня были стрелки, которые занимались по 2 часа дома, потом приходили на следующую неделю на тренировку и делали просто невообразимую фигню, и приходилось потом еще 2 недели его обратно переучивать. Потому что он за эту неделю, что холостил по 2 часа в день, он запомнил, его тело запомнило все эти движения неправильно. Вот, соответственно, чтобы вас не переучивать и потом с этим не бороться, да, делать это буквально 5 минут. Делать это не спеша, осознанно, но делать это правильно. То есть на данном этапе это самое главное. Не спешите. Соответственно, дома пришли, встали, ножки подсогнули, корпус наклонили вперед, оружие взяли в руки. И просто не спеша скидываемся. Ваша задача, чтобы при вскидке приклад всегда приходил в одно и то же место, и вы сразу же видели прицельное приспособление. При этом, чтобы увидеть прицельное приспособление, не заваливайте голову в какую-либо сторону. Да? То есть голова у вас прямо, и вы должны сразу же видеть свои прицельные приспособления по окончанию вскидки.
Соответственно, дома можно еще прожимать спуск. Да? То есть мы убедились, что оружие безопасное у нас. Скинулись, выстрел. В условиях домашней тренировки можно в качестве себе самопомощи купить какой-нибудь дешевый китайский прицелочный этот патрон, он светит лазером, да, то есть вы будете видеть направление ствола там на стенке, да, что у вас не идет вот это вот все вот этой катавасии, да, вы поднимаете оружие прямо, соответственно, вы увидите точку, прицельтесь куда-нибудь, да, и, соответственно, ваша точка всегда должна быть на той мишеньке. Можно использовать офисные стикеры. Я, например, использую офисные стикеры при холощении дома. На стенку приклеил, я целюсь в этот маленький стикер всегда. Скидка, выстрел. Скидка, выстрел. Соответственно, также контролируйте всегда палец. То есть у вас не должно быть, что палец сразу же пошел. Скинулись, выстрелили. Скинулись, выстрелили. Закончили как будто бы стрельбу, сразу же убрали пальчик наверх. Ну, собственно говоря, Герман сейчас продемонстрирует это все с выстрелом. Доверяете? Зари, приготовиться. Заняли такую позицию. Огонь. Еще раз. Соответственно, на данном этапе, на начальном, да, ваша задача оружие удерживать максимально плотно в плане по точкам. Соответственно, у нас оружие удерживается в четырех точках. Первое — это цевье, второе — это рукоять, третье — это приклад у вас упирается в плечо, и четвертое — щекой вы кладете на гребень приклада. Да, это получается у нас четыре точки. И когда вы удержите плотненько все эти четыре точечки, то получается у вас эффективный хват. Соответственно, левая рука у нас должна быть максимально расслабленная. Усилие на левой руке ровно такое, чтобы просто свободно и легко управлять направлением ствола. То есть не нужно в него вцепляться, как это, в железобетонную плиту. А просто спокойно у вас оружие лежит на ладошке, вы его просто обняли ровно с той силой, которой нужно, чтобы удерживать данный вес. Не перебарщивайте, у вас рука очень быстро устанет. В правой руке у нас вообще, в принципе, кроме указательного пальца для прожатия спускового крючка, больше ничего не надо. Поэтому правая рука у вас висит абсолютно свободно, то есть вы ее не напрягаете, да, не нужно, как десантник ВДВ, стоять вот с такой стойкой, локти вверх. Правая рука у вас спокойно висит, так как вам это позволяет ваша физиология, да, у всех она разная, поэтому у кого-то свободный вес — это на таком углу, да, висения, так сказать, руки, у кого-то, мне, например, она просто, можно сказать, прижата к телу, и она у меня спокойно висит, то есть нам нужен только палец, который обрабатывает спусковой крючок. Все. Соответственно, следите за тем, чтобы приклад был плотно вставлен у вас в плечо, да, чтобы у вас не было такого, что он у вас свободно передвигается, ходит, потому что если он будет хотя бы чуть-чуть ходить, ну, вы просто заработаете синяк и все. Оно тоже, в принципе, не проблема, но это будет потом вас сильно отвлекать, вот эти болевые ощущения, поэтому следите, чтобы приклад у вас был всегда плотно к плечу приставлен. Соответственно, куда нужно ставить приклад? Плечо. Но только не в само плечо, вот прям вот, вот в эту часть. А в выемку. А в выемку. То есть получается, вот она, выемка находится вот сразу же вот здесь. Вот она. То есть конкретно мы рассказываем про классическую вкладку, да. Есть также тактические вкладки, когда приклад вставляется в часть груди, да, а не в плечо. Но опять же, мы такое не приветствуем. Мы все-таки за классический образ, за классическую вкладку, такую, например, как делают в спортинге, да. Люди уже 120 лет стреляют, нам кажется, они что-то в этом поняли, поэтому просто копируем их вкладку, они спокойно держат цевьё в ладошке, да, то есть, но опять же, есть много способов удержания левой руки, да, оружия. Можно с пальцем большим сверху, можно вдоль, а можно просто спокойно под снизу держится, да, то есть у вас просто кладется цевьё, и вы просто его обхватываете. И на этом все, никаких усилий для этого не нужно. Можно посмотреть Маккул, Крик с Коста и все дела. Там они у нас как удерживают? Вот таким вот образом. И там что-то смотрят, получают удар в грудь, пальцем сверху жестко удерживают. Ну, на самом деле это все больше для карабина, для ружья такая хватка абсолютно не требуется. Чем свободнее и легче, тем вам же и будет комфортнее. А какого идеала в
первом выстреле, что с каким производить выстрел. На начальном этапе, конечно, лучше это делать все постепенно, да? Заняли позицию, вы вскинулись, у вас приклад плотно прилегает к плечу, вы видите прицельные приспособления и видите мишень. Все, вы готовы к производству выстрела. Обрабатываем спуск, делаем выстрел. Когда у вас это начнет выходить, получается, все на автомате, дальше уже можно немножко украсть, так сказать, время и сделать этот первый выстрел гораздо быстрее. То есть это производится, сама обработка спуска происходит еще до того, как приклад у вас встал в плечо. То есть вы подняли, начинаете движение оружия в сторону плеча и уже делаете выстрел, да? И у вас ружье само автоматически втыкается в плечо, и дальше последующие выстрелы вы уже делаете как обычно. То есть это касается исключительно первого выстрела. Но это опять же, это спорт, да, это только для того, чтобы украсть там 0,1-0,2 секунды на первом выстреле. Но опять же, это используется либо на коротких упражнениях, когда мишень тут же рядом видна со старта, либо это делается в так называемой дуэльной стрельбе, где два спортсмена соревнуются друг с другом, обстреливая абсолютно одинаково отзеркаленную мишенную обстановку, каждого своя. Соответственно, там важна каждая доля секунды, поэтому это просто один из способов сделать быстрее первый выстрел. В обычной жизни, да, на обычных упражнениях, так, естественно, в принципе, никто не делает. То есть это все вариативность. Потому что велика вероятность промаха. Да, это все нужно, ну, даже такой первый выстрел его нужно специально тренировать и уделять этому особое внимание. Все? В принципе, да, про стойку мы поговорили, про вкладку поговорили, как нужно поднимать ружье, в каких местах его нужно удерживать. Все, мы это поговорили. Самое главное, чувствуйте себя расслабленно во время всего вот этого и не напрягайтесь, потому что стрелок избыточно напряжен, он избыточно зажат, да, что он пытается оружие максимально жестко удерживать, держа его. На самом деле это работает исключительно против стрелка, когда оружие держится жестко. Держите оружие легко, разрешайте отдаче немножко себя толкнуть. Не нужно с ней бороться. Да, не боритесь с отдачей. Отдачу нужно просто стойко поглощать, и в этом нет ничего такого страшного или болезненного и так далее. То есть это придет в комфорт, и вы начнете получать удовольствие от стрельбы, когда расслабитесь. Обращайте на это внимание, что вы должны быть расслаблены. Все, осталось только разрядить оружие. Давайте разрядим. Поймал. Друзья, на этом мы с вами прощаемся до следующей недели. Всем спасибо. Сергей, спасибо. Всем пока. Всем пока.